Предположим, вы уже были на нашем сайте раньше, у вас есть регистрация на сайте, но вы хотели бы воспользоваться всеми преимуществами использования социальной сети для логина на наш сайт. Что вы делаете для этого? Предположим, вы хотите использовать социальную сеть ВКонтакте, вы уже зашли на свой ВКонтакт, вы помните свой логин и пароль. Теперь вы выбираете ВКонтакте вот здесь вот, нажимаете. Система немножко ждет, потому что ей нужно подключиться к ВКонтакте. У вас уже есть логин и пароль на Сусанине. Просто вы не хотите помнить их два логина и пароля, вам легче запомнить один. Вы выбираете вторую кнопочку, у меня уже есть аккаунт на Сусанине. Вот. Здесь вы пишете ваш логин. У меня вот такой вот тест. Вот. И ваш пароль на Сусанине. Отправляете. Все. Система только что запомнила о том, что вы привязали свой ВКонтакте к логину тест. Смотрите, что получается. Мы выходим. Теперь вы можете войти как по-старому, через логин и пароль, взять сюда тест и ваш пароль, или просто нажав на ВКонтакте. Система соединится ВКонтакте, проверит, что вы тот же самый пользователь. И видите, опять он вошел под тестом. Удачного вам использования!